Итак, сегодня воскресенье вечер, и мы встретились с Димой в салоне Mercedes. Классный автомобиль, блин, прям классный. Дим, расскажи мне, что это был за заказ. Давай покажем автомобиль, расскажи, что это за машина, что это за комплектация, год, цена, все. На самом деле, согласись, это машина находка прям. Да, заказчица была у нас изначально. Стой, пошли в машину, там тише. Тут у нас зимняя резина. Так, ну-ка давай рассказывай. Изначально заказчица у нас была, 11 дней мы ее всего искали. Была с бюджетом 450, хотела Рио или Солярис. Так. Был найден в многоизвестном Рольфе неплохой вариант, там 56 пробег был. Но там не было климат-контроля, не было мультируля. Угу. Вот. Скинул вариант, девушка сказала, первый автомобиль хочу, чтобы был и климат, и мультируль. Ну, в общем, чтобы он был прям вот на фарше. Я готова даже поднять до 500. Ну, до 500, до 500. В итоге был найден максимальный. Ну, это же у него вообще топовая комплектация. Вообще, да, подогрев стекла, бескнопочный этот, потом Supervision. Бесключевой доступ. Громкая связь. Такой автомобиль мы уже находили. Мы покупали, я помню видео, да, мы покупали перекупов такой комплектации. Это был Солярис красный. Но тогда я нашел, я еще радовался, что мы нашли по хорошей цене за 499. 495. А, за 495. Ну, Дима тут меня переплюнул на самом деле. То есть Солярис в такой же топовой комплектации. Пробег чуть-чуть. Да, пробег. Ну, слушай, там на сколько? 20 тысяч, почти ровно 20 тысяч. Здесь 75 ТО последнего дилера сделано. Вот, то есть там было у нас 60 с чем-то тысяч, а здесь 80. Ну, блин, ну это разница существенная. Но по цене ты нашел, получается, дешевле. Здесь за 400 сколько, получается, забрали его? За 467. 467? Без зимних колес. Ну, без дисков, но очень дешевле. Да. Грубо говоря, обскакал. Состояние салона, конечно, классное. Но здесь есть приятные бонусы. Тут, например, сделана шумка, получается, вообще везде, да? Везде, кроме крыши. Кроме крыши. То есть, ну... Двери под крыльями, багажник, весь пол. Да, мы посмотрели. Двери закрываются. Прямо. Ну-ка, дай-ка, подожди. Да нет, ну, они снаружи, да, они тяжелые. Стоят. Не, ну да, да. Ну, они как, очень как круто. Как Passat. Вот закрывается, посмотрим, Passat. Да, слушай, очень круто. Нет, то, что тут пол проклеен, мы все это смотрели, действительно, тут шумка стоит очень классно, сделано вот все, кроме крыши. А, ну вот USB она тоже хотела, чтобы было порт, AUX тоже. Да нет, класс, и состояние классное, конечно. Вот эти, конечно, штуки я не люблю, такой тюнинг, но это можно все отклеить, это все можно отклеить, да. Я думаю, там просто поцарапано, это же пластик. Так, ну давай снаружи посмотрим и расскажем, что у нас по кузову. По кузову. Ругается. Значит, по кузову у нас что? По ключ. По кузову автомобиль зашел сюда на комиссию, был в сколах капот. Мерседес его окрасил. Ну да, видно, что просто идет окрас. Ну, прибором пробивали, это идет просто косметический окрас, ну и в принципе по видно, что он перекрашен, кроме конечно. Капота, остальное все в одной краске. Все, огонь. А две бутылочки воды это в подарок, да? Да, это бонус от Mercedes. Приятно. И газированный, без газа, да. Тут у нас что? Последняя тулушка. Бронь. Слушай, ну прям вообще все очень круто. Салончик мне порадовал, чистенький. Ну да, да, не придраться, прям честное слово. Девушке очень цвет понравился, я когда ей скинул ссылку, она сказала, мне нравится. Слушай, а смотри, расскажи, этот автомобиль давно сюда зашел? Нет, он зашел в конце июля. В конце июля? Но он не был на продаже, потому что капот красили. То есть он зашел в конце июля, поэтому пока красили капот, он не выставил на продажу, и как только он выставлен, как бы сразу среагировал. Потому что бюджет был 450, она не входила в этот бюджет. А она стоила изначально 477. Соответственно, я ее не рассматривал. Как был бюджет поднят вечером, мы переговорили с заказчицей на утро. Он выскочил в объявлении, в поиске, и я сразу поехал сюда. Слушай, ну отлично. Бюджет, хорошая зима. А по диагностике что? По диагностике все хорошо. Ну, там описание есть, что требуется помыть радиатор.
по факту. Ну, я, мы надо. Смотрели, там да. не по колодкам требуется. Задний износ 10% износ. Ага. Передний 30% износ. И самое главное из диагностики, по ошибкам у них ничего не было, и у нас ничего не было. Масло в автомате поменять уже по пробегу надо. Оно уже. Ну я понял. Коврики на два комплекта. Слушай, ну и резина. Слушай, ну. Блин, ну и колеса, конечно, классные. Да, некоторых шипов уже нету, но... Это передние. Я понял. Задние писали, все на месте. И острые еще, не зализанные еще. Да, очень круто, очень круто. Я думаю, пару сезонов даже можно... Тут все, баллонник, все, полный комплект есть, да, всего? Да, да, да. Слушай, ну круто. Все, заказ закрыт, молодец, Дим, ты как всегда просто супер-профи. Так что вот, вот такие автомобили. Сейчас у нас задача еще что? Доехать в Мореву, поставить автомобиль за учет, так как Лилиана, ну, наш клиент Лилиана, да, она не очень уверена, еще чувствует себя за рулем, попросила сопроводить ее в Мореву. Сейчас едем в Мореву, ставим на учет, а потом отвезем ее вместе с автомобилем в Колпино, поставим на парковку, на охраняемую, на стоянку. И на этом все, заказ будет закрыт. Не знаю, может быть, если что-то будет интересное в Мореву, еще поснимаю, так что смотрите дальше. Да? Приехал в Колпино. Сейчас мы его поставили на платную парковку. Так, что надо сделать? Я покупаю доплачивать. А, хорошо, хорошо. Все, автомобиль. А... Сейчас девушка придет, скажет. Я не помню фамилию, у нее сложная фамилия. Ну вот и все. Поезд закрыт. Дима уже вкратце про автомобиль рассказал. Автомобиль доставлен, уже поставлен на учет, доставлен в Колпино. Теперь Лилиана сейчас пока поставила на платную парковку, а потом уже дальше разберется. И сначала надо научиться ездить. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за тем, какие автомобили мы подбираем, как мы это делаем и, в принципе, за нашей работой. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо. Всем пока.